В деревне Лобаны Юрьевецкого района в воскресенье днем произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось в квартире на втором этаже. Пенсионерка попросила своего знакомого поменять газовый баллон, который находился в ванной. Во время работ произошла утечка, и баллон взорвался. Пострадали двое – хозяйка квартиры и мужчина, который согласился ей помочь. Оба госпитализированы с ожогами легкой и средней степени тяжести. В двухэтажке проживает 22 человека. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 19 человек и 7 единиц техники. На месте работал Следственный комитет и прокуратура. Надзорный орган сейчас проводит проверку. В квартире, где все произошло, выбиты окна, двери, обрушились внутренние перегородки. В понедельник жилье обследовали специалисты. Проходило обследование, в частности, и квартиры, и этого жилого дома. Также проводилось обследование внутри дымовых инженерных сетей, чтобы проверить и в дальнейшем использовать. Не используйте, а не нарушены ли жизнеобеспечение населения, как свет, вода, тепло.